Приветствуем вас, ребят, на Волгоградском стадионе «Динамо» прославленном. Желаю вам счастья, здоровья, играть в футбол и быть все время такими счастливыми и здоровыми, как вы сейчас. Приходите на «Ротор», будем вас ждать, болеть, будем помогать, обращайтесь к нам все время. И еще раз вам счастья и здоровья. Ваши аплодисменты громче! И слово предоставляется капитану команды Штанову Алексею. Ваши аплодисменты! Всех приветствую. Как уже говорили, приветствуем вас в Волгограде на этом замечательном стадионе «Динамо». Мы благодарны, что нашу команду пригласили. Спасибо Ашану. Устроили вам такой праздник. У вас всех счастливые лица. Побольше праздника в вашей жизни. Всем удачи, здоровья, всего самого наилучшего. Аплодисменты! Друзья, ну и, конечно, команда «Ротор Волгоград» и «Ашан» дарит вам вкуснейший торт. И, конечно же, я приглашаю по одному капитану команды. Капитаны, подойдите все к нам. Прямо сейчас футболисты команды «Ротор Волгоград» оставляют свои автографы на футбольном мяче. Часть они уже подписали. Выходите сюда, выстраивайтесь. Наши очаровательные девушки из группы поддержки по черлингу команды «Инфинити» прямо сейчас будут вручать вам футбольные мячи. Девчонки, выходите, не стесняйтесь. Так, так, все. А вы с какой командой? Ребята, один капитан нам нужен. Так. Ну и, конечно, последний футбольный мяч ребята уже подписывают. Последний футбольный мяч сейчас будет подписан, друзья. Вы с одной командой или нет, я не пойму. С одной. Друзья, только капитана у нас здесь. Давайте аплодисментами пока поддержим. А я хочу сказать вам, друзья, что сегодня команда «Ротор Волгоград» проведет матч с командой «Пиво Светлый Яр». Давайте пожелаем ребятам удачи, бурно покричим аплодисменты «Ротор Волгоград». Вперед, ребята!